В Венгрии построили самую высокую в мире башню из конструктора Лего, установив тем самым новый рекорд Гиннесса. Ее возвели в Будапеште напротив собора Святого Стефана. Строительство башни началось на прошлой неделе в среду. В нем участвовали несколько школьников и сотрудники датской компании Lego Group. Их цель состояла в том, чтобы победить текущий рекорд, установленный в США. В 2013 году в штате Делавэр была построена башня Лего высотой в 34 метра 43 сантиметра. Местный мэр надеется, что рекорд прославит Будапешт на весь мир. Этот современный обелиск позади нас показывает, что благодаря потраченному времени, вложенным инженерным знаниям и трудолюбию, мы можем обратить внимание на то, что это одна из самых красивых площадей Будапешта. Я надеюсь, что мы сможем установить новый мировой рекорд. И если это произойдет, то мы сможем привлечь в Будапешт еще больше туристов. Затем мэр установил последнюю часть конструкции на вершине башни, после чего ее измерили. Сегодня в Венгрии магазин Лего в Будапеште установил новый рекорд Гиннесса в 34 метра 76 сантиметров. Лего – это развивающие игрушки, которые выпускают в виде наборов. В них входят маленькие разноцветные пластмассовые кирпичики и фигурки. Из Лего можно строить транспортные средства, здания и даже движущихся роботов.